Чуть не опрокинулся. Сэм, твой груз обнаружен. Уходи, скорее, пока тебя не увидели. Чтобы тебя не поймали, беги к месту назначения. Да? Хорошо, что шел дождь. Даже они не рискуют лезть к тварям. Thank you.
Случилось? Не знаю. Что-то с ребенком. Беспокоиться не о чем. Функционирование ББ временно приостановлено, но это можно исправить. Я могу провести техобслуживание в распределителе. Только поторопись. Нагрузка на ББ превышает допустимый уровень, он начинает синтезировать опасные соединения и фактически атакует сам себя. Это называется автотоксимия. Если твой ББ плохо работает, зайди в личное помещение и помести его в инкубатор. Mm-hmm.
Сканирую удостоверение, привет. Провожу идентификацию. Готов. Все, метро блокировано до вашего выхода. Груз проверен. Спасибо. Обеззараживание костюма. Рекомендован отдых. Так что ты принес нам? Посмотрим.
Вот это подлинный героизм. Спасибо. Наверное, тебе через территорию твари пришлось идти. Да. Значит, правду говорят, что ты легенда. Спасибо, что приводишь людей в UCA. Похоже, что мы подключились. Из тех материалов для принтера, которые ты принес, мы сможем делать для тебя все необходимое. Считай, что это наша благодарность. А теперь иди на запад и продолжай свою работу. Отлично, распределитель подключен к сети. Сэм, сделай одолжение. Отнеси ББ в личное помещение и подключи к инкубатору. Отлично. Thank you.
Спасибо за ваш вклад. Дедман, ты здесь? Помогай. Так, Сэм. Возьми капсулу и подсоедини ее к инкубатору. Готово. Хорошо. Избыточный уровень стресса. Нужно просто вернуть ребенка в утробу матери. Матери? Она в реанимационном отделении столичного узла. С мертвым мозгом, конечно. То есть некромать? Верно. Матка некроматери обеспечивает связь между другой стороной и ББ. Ну а ты, подключаясь к ББ, получаешь возможность чувствовать тварей. Эти капсулы имитируют условия нахождения внутри утробы. В противном случае младенец просто не смог бы функционировать. Однако обманывать его восприятие можно лишь недолго. Поэтому нужно периодически обновлять параметры среды, синхронизируя их с некроматерью с помощью хиральной сети. Вот. Пошло обновление. В данный момент капсула синхронизируется с некроматерью в столичном узле и сразу перенастраивает свою конфигурацию. Если таким образом вернуть ББ в утробу, уровень стресса на время снизится. Ребенок как бы оказывается на своем месте. Лицо довольное. Я скорректирую дозировку окситоцина. Теперь самоотравление будет наступать медленнее. Тебе следует помнить, ББ — это просто прибор. Не надо привязываться. Каждого из них физически извлекли из матки некроматери. Этот процесс делает их непредсказуемыми и весьма ненадежными. Еще ни один образец ББ не прослужил дольше года. Твой может начать сбоить еще до конца экспедиции. Ну и... То есть никак нельзя сохранить жизнь ББ? Ты должен понять, мы еще очень многого о них не знаем. Расширяя хиральную сеть, восстановив больше данных, может, мы и найдем ответы. А, да! Ты просил узнать, почему твари реагируют на твою кровь. Я поговорил с Хартманом. Результаты скоро будут. А пока что отдыхай. Ты устал, да и ББ тоже. Спокойной ночи. Лондонский мост падает, падает, падает. Лондонский мост падает, моя леди. Сэм.
Ты меня видишь? Как ты? Держишься? Меня не стерегут. Я не в цепях. Но не уйти. Но если ты наладишь связь и доберешься до меня, мы вернемся на восток. Домой. Спасибо. Правда. Все плохо. Людей в городах становится все меньше и меньше. Никто больше не заводит детей. Но люди не должны быть одни. Они должны жить вместе, помогать друг другу. И если мы на это не способны, если мы утратим связь, то тогда, как сказала Бриджит, вымирание. Да брось. От тварей мы так все равно не избавимся. Пока они среди нас, бежать некуда. Но у нас будет надежда. Я буду ждать, Сэм. Ждать тебя. Разыщи меня. Привет, Сэм. Это Хартман. Раз уж ты проснулся, неплохо бы освежиться. Может быть, сходишь в душ? Это полезно для души и тела. И для моих исследований тоже. Сэм, это Хартман. Дедман передал мне твою просьбу. Поскольку исследование тварей курирую я. Я возьму образец твоей душевой воды, чтобы выяснить, какой эффект оказывают твои телесные жидкости. Ты изучал других людей с Думом? Всех, Бриджес. Себя и маму. Результаты пока неоднозначные. Но у тебя есть другие необычные свойства. Ты ведь возвращенец. Я, признаться, испытываю определенный оптимизм. Обработка жидкостей, выделений, хирали, наполнение. Вот, возьми с собой образец. Если будет возможность, плесни им на тварь. Посмотрим на реакцию. Кто знает, может, это станет тебе подспорьем. Была одна научная работа на тему, какой эффект телесные жидкости людей вроде нас оказывают на твари. Подобные материалы – наша единственная надежда вернуть знания о прошлом. Не только о выходе смерти, но и об уникальных свойствах твоего тела и о нашем общем недуге Думе. Может, еще не все потеряно? Сэм, меня не интересует возрождение Америки. Меня интересует прошлое. А, уже почти все. Ну, установим связь, ничего не будет. И что? И что тогда? Сэр, прости, что беспокою во время отдыха, но тебе нужно это услышать. Может, тебя это даже обрадует. Мы получили несколько сообщений на твое имя. Я сам их не смотрел, но они в основном от твоих клиентов. Стоит проверить, вдруг там полезная информация. Ты можешь просмотреть почту через браслет или терминал у себя в комнате. Я хочу поговорить еще кое о чем. Хиральная сеть дает нам возможность восстановить прошлое.
Данные из разных уголков Америки, считавшиеся навсегда утраченными, можно собрать по фрагментам. Наши архивы, конечно, пока не полные. Но по мере того, как мы будем встраивать в сеть новые пункты и города, мы будем добывать все больше и больше данных. Например, журналы и отчеты предыдущей экспедиции. Присланные ими данные пропали при разрушении центрального узла. Часть данных уже удалось восстановить. Ты можешь просмотреть их через свой терминал или через браслет в разделе «Архивы». Тебе будет интересно.
Получен сигнал бедствия от персонала распределителя. Проверь заказ в терминале доставки. Вашего сына, поверьте мне, так будет лучше. Поверить женщине в маске, которая лжет без конца. Сэм, я кое-что забыл тебе сказать. Это насчет уровня стресса ББ и снижения риска самоотравления. Если ББ испытывает стресс, с этим можно бороться разными способами. Например? В смысле, побудь там какое-то время. Покачай капсулу легонько туда-сюда, ну ты в курсе. Мне просто любопытно, как у него дела сейчас? Прежде чем я отвечу... Что-то не так? Подключая ББ, я что-то вижу. И что ты видишь? Типа лицо, незнакомый человек, зовет меня. И еще комната. В ней разговаривают люди, но не разобрать слова. Эффект протечки. Я тебя не предупреждал. Ты принимаешь воспоминания ББ за свои. Это ложные флешбеки, не больше. Сейчас объясню. ББ извлекают из некроматери на сроки в 28 недель и помещают в капсулу. То есть еще до того, как он родился. Это останавливает его развитие. Но в 28 недель его органы чувств уже достаточно развиты, чтобы обрабатывать сигналы. Он вполне способен превращать информацию в воспоминания, которые перетекают в твою память по вашей связи. И кого же я видел? Возможно, какого-то врача или технолога. Какая разница? Этот ББ уже давно работает. Он много у кого побывал. Откуда я знаю, кто произвел на него впечатление? Но ведь ты же эксперт. Нет никаких экспертов. ББ создавали тайно десятки лет назад. Они фактически черные ящики. Мы используем их, но не понимаем, как они работают. Поверь, я пытался что-то про них узнать, но почти все старые архивы пропали. Если я что-нибудь найду, то сообщу тебе. Даю слово. Заказов в терминале доставки. Пока ты отдыхал, я провел диагностику сети. Мониторинг Хирали и голографические системы в норме. К сожалению, принтер не работает. Знаю, ты столько сил потратил, чтобы добыть для нас материалы. Это наш косяк. Мы заказали деталь, но ее так и не доставили. Без деталей принтер не подключается к хиральной сети. Наверное, ее украли мулы. Возможно, поймали нашего курьера. Если я прав, то они отнесли ее на свою точку выгрузки, которая в самом центре их территории. К
Как насчет украсть у них нашу собственность? Таких квалифицированных людей, как ты, у нас больше нет. Мама добавила схему сторожевой вышки в твой ПХК. Если у тебя его с собой нет, стоит изготовить. Разведка территории не помешает. Держишь в руках коллектор кристаллов. Как понятно из названия, в нем хранятся собранные тобой кристаллы. Позволь мне описать твою добычу. Хиральные кристаллы похожи на золото, и часто их можно найти в формациях, напоминающих отпечатки ладони. Камни и обломки обычно парят невысоко над землей. И чаще всего встречаются там, где высокая влажность. Все запомнил? Дождь, парящие камни, золотые ладони. Три признака. Внимательно ищи их, и тогда найдешь кристаллы. Если ты наблюдательный, то, возможно, уже знаешь, где искать. Заказ назначен.
сканирую. Счастливого пути. Хочешь разведать большую территорию, построй сторожевую вышку и используй ее сенсоры. Территории тварей. Во всем этом виноват выход смерти. Появление гейзеров, гибель Америки, во всем. Он изменил мир до неузнаваемости. Людям пришлось бежать, словно крысам с тонущего корабля. Но бежать просто некуда. У такой жизни нет будущего. Если мы хотим выжить, нужно найти что-то еще. Способ победить тварей, выход смерти и весь этот ужас. Сэм, похоже, что у Байка сдох самозарядник. Если захочешь прокатиться, то придется воспользоваться генератором. Сканирую. Сканирую удостоверение. Сэм, готов. Доставка керамик кристаллов отличается от обычной. Но сам процесс очень прост. Загляни в терминал доставки, чтобы выгрузить все херальные кристаллы. Добро пожаловать, Сэм Портер Бриджес.
Принес нам хиральные кристаллы. Эти кристаллы формируются только там, где много хиральных. Вот я и думаю, не связано ли это с расширением сети. Черт, сынок, это же целая куча кристаллов. Похоже, техники и исследователи получат все, что им нужно. Ты можешь оставить хиральные кристаллы в комплексе. Они отправятся в его хранилище. Из таких хранилищ можно брать материалы, если тебе понадобится изготовить снаряжение. Отлично, Сэм. Похоже, твой уровень связи растет. С повышением твоего уровня связи вырастет и количество ресурсов, которые ты сможешь взять в комплексах. Пока не забыл. Это тебя. Это специальный спрей для ремонта грузовых контейнеров. Спасает даже от разъедания темпоральным дождем. Он поможет, если тебе и грузу здорово досталось. Мы добавили его в твой список припасов, так что, если нужно, пользуйся. До встречи. Есть связь между повышенной концентрацией хиралия и образованием кристаллов. Возможно, это результат расширения сети. Но не волнуйся, местная концентрация хиралия более-менее в пределах норм. Если найдешь еще кристаллы, непременно возьми. За это получишь награду. Если найдешь еще кристаллы, то можешь оставить в одном из комплексов. И любые другие ресурсы тоже, как и ненужные тебе предметы. Все обладает ценностью. То, чем мы не пользуемся, можно разобрать на части для исследований или чего-то еще.
Оружие разрешено. Не знаю, правило это или привычка, но мулы почти всегда относят трофейный груз к себе домой. Найдешь ящик, заберешь из него груз. Все просто. Но будь осторожен. Эти парни вооружены. Если что пойдет не так, готовься к драке. Желательно поставить вышку и определить местонахождение почтового ящика с нашим грузом. Надо действовать скрытно. Старайся перемещаться медленно, чтобы не шуметь.
Освободился? Как я вижу, все мулы в этой зоне нейтрализованы.